На самом деле, ведь, если вдуматься, ведущий — это не существительное, это прилагательное. Какой? Ведущий мероприятия, направляющий ход мероприятия, поддерживающий гостей, которые стесняются, не мешающий в тот момент, когда нужно отойти в сторону. Ведущий — это человек, который чувствует аудиторию в первую очередь, мне кажется, так, а хороший ведущий — тот, который, чувствуя аудиторию, дает ей такой своеобразный трамплин. Вот каждое классное мероприятие — это всегда счастливые люди, потому что они приходят веселиться, я им этого делать не мешаю и заряжаю позитивной энергией. Мне нравится быть среди счастливых людей. Ну, в чем моя личная фишка? Да, наверное, в том, что я такой же гость, как и остальные. Просто я человек с микрофоном. Я стараюсь поймать настроение мероприятия, я стараюсь не выпячивать себя. Я наблюдаю за гостями, я общаюсь с гостями. Мне действительно интересно то, что они рассказывают о себе и о празднике в целом, о виновниках торжества. Я стараюсь вступать всегда в живой диалог. Никогда невозможно запланировать, как именно пойдет праздник. Но если ты там, если ты на волне, если ухо открыто, если ты всегда в живом контакте с аудиторией и с людьми, которые вокруг тебя на площадке в том числе, мне кажется, вот это залог классного мероприятия. И, по-моему, в наше время мало искренности у ведущих. Вот если эту специю добавлять в каждое мероприятие, мне кажется, практически каждое будет идеальным.